Здравствуйте, друзья! С вами Лада Лось, и сегодня на нашем канале в преддверии зимних праздников 6 рождественских мелодий. Это очень известное и красивое произведение в переложении для фортепиано в 4 руки. Партия первого пианиста, музыканта, который играет справа в верхней части клавиатуры, настолько проста, что с ней может справиться ребенок или же начинающий взрослый, который делает первые шаги в игре на фортепиано. Чтобы вы могли скорее приступить к разучиванию этих замечательных произведений, мы приготовили для вас подарок ноты. Скачать ноты вы можете, перейдя по ссылке, которую увидите в описании этого видео. А сейчас давайте послушаем.
Напоминаю, ноты этих произведений вы найдете, если перейдете по ссылке, которая в описании этого видео. Я вам желаю счастливого Рождества и просто потрясающего Нового года. Занимайтесь наслаждением!